Сначала я приобрела телефон сотовый. А когда стала с ним знакомиться, возникло очень много вопросов. И сначала я стала обращаться к внукам. Они мне, конечно, помогали, но они всегда очень заняты. У них школа, у них игры, у них их от телефонов не оторвать. Поэтому я решила заняться самообразованием. И поскольку я узнала, что есть такой социальный центр, где возможно этому научиться, я пришла сюда, записалась на этот курс и с удовольствием его посещаю. Занятия по программе онлайн мне очень помогли, потому что я стала смелее в обращении с телефоном, то теперь я легко это все делаю и получаю информацию, я могу посмотреть фильмы, я могу получить знания и по здоровью, и рецепты, и всевозможные кулинарные. Ну, в общем, практически теперь без него как-то, без этой программы и жить невозможно, потому что все время к ней обращаешься.